Добрый день. Недавно я вернулся с чемпионата в Москве Yuanlong Fest 2018, и там всем участникам дарили вот такой вот брелочек. Это самый маленький полнофункциональный кубик в серийном производстве. Он имеет размер 2 сантиметра всего лишь в ребре. Если сравнить его с обычной трешкой, насколько меньше. Давайте его вскроем. Достается достаточно легко. Вот такой вот маленький-маленький кубик. Если он размером примерно с один элемент стандартного кубика. Более того, он должен даже крутиться. Да, он крутится. Давайте его снимем с цепочки, чтобы его можно было полноценно использовать. Кстати, неплохая, золоченая. Да, конечно, не для моих пальцев этот куб, но вполне себе крутится. Правда, насколько я знаю, он не особо стабильный в плане попов. Очень много этих кубиков было рассыпано на чемпионате прошедшем, на этих выходных. Видео это, наверное, выйдет не так скоро. Совсем недавно был чемпионат. По коридорам очень много элементов от этого кубика валялось. Ну, если обращаться с ним аккуратно, я думаю, все должно быть хорошо. Давайте его перемешаем и соберем. Если будет совсем скучно, я видео ускорю. Все очень-очень неудобно крутить. Но это больше коллекционная вещь, как бы брелочек. Хотя, как брелок я его носить точно не буду, поскольку он может рассыпаться опять же. Давайте соберем. Так, уже достаточно перемешано. Очень-очень маленький элемент. Кстати, вместо красного цвета розовый. Это не очень хорошо, это на любителя. Ох. Так, X-Cross. Да, мы сделали X-Cross на кубике размером 2 сантиметра. Очень-очень тяжело его вращать. Что я только что сделал? Ага. Так, ставим пару, собираем еще одну. Ага. Дело идет точно. Да, соточку я на нем крутить явно не буду в ближайшее время. Даже сделаем вот так вот. Не проверну я алгоритм для этого бумеранга. Потом переведем на крестовой. Ой, вау. Даже вот так вот сделаем совсем. Во. Ну вот, мы собрали в ТЛ. Ой-вау. Я, наверное, даже ловил, соберу в два этапа, поскольку фингертрикс здесь никакие не работают. Так, ну и остается треугольник углов. Этот кубик уже поступил в продажу в некоторые магазины. Он стоит там в районе $2. Ну, как бы он собирается и сборку одну точно выдерживает. В принципе, коллекционная вещь, как обычно, пусть будет. Но на этом чемпионате у меня появился еще один кубик, тоже коллекционный. Мне его подарила Мария Жиц. Так,
когда-то у меня был день рождения. И к тому поводу. Вот, посмотрим. Так, это она привела из Питера. То есть это стандартный коврик 3x3, у которого вместо стикеров картинки. Достопримечательности Питера. Я, к сожалению, не знаю. В Питере никогда не был. Ну, это явно мост. Что мне сразу здесь нравится, что разные грани имеют разные оттенки. То есть ориентироваться будет проще. Крутится он, конечно, весьма посредственно. Потому что собирать на камеру я, наверное, не буду. Но вполне хорошая такая вещь. Я их не перемешаю, смажу, соберу. Будет мне греть душу. Еще один коллекционный куб. Вполне даже красивый. Угу. Разные оттенки. Собирать будет проще. Единственное, придется следить за ориентацией центральных элементов. Ну, это не сложно и не страшно. Кубик 2 сантиметра, кубик с картинками, и сегодня на этом все. Всем спасибо, всем пока.